Осталось несколько часов, вернее 11 часов до начала фестиваля, международного фестиваля фейерверков по Москве, который проходит 19 и 20 августа 2017 года. Ну, как видно, работы подготовительные заканчиваются интенсивно. Ведутся работы по установке палаток, аттракционов. Подготавливается территория. Смонтирован и установлен этот робокоп, или как его назвать, Юрию Долгорукому. Территория огорожена. Принимаются беспрецедентные меры охраны, безопасности. Смонтирована и установлена сцена, где будут выступать артисты. Меня порадовала вот эта надпись. Кафе Муму. Назвали бы еще Герасим и Муму. Бедная Муму. Теперь знаем, куда она подевалась. Вовсю готовят уже. В этом Муму, ну, обратила внимание, собак не оказалось у нас во дворе. Так, ладно, приятного аппетита, как говорится. Так, повторю, что до начала фестиваля осталось 11 часов. Через, во сколько, 12 начинается? Начинается в 12. Дневная программа с 12 до 8.30. Угу. С 6.30 до 8.30 выступление артистов. Сегодня Ума Турман, хор турецкого и группа «Сопрано». А с 9 до 10.30 будет фестиваль фейерверков. Ну вот, будем, насколько позволит аппаратура, будем записывать. Сегодня выступает Австрия, Армения, Румыния и Япония. О, как! А завтра Бразилия, Китай, Россия и Хорватия. Ну, Китай, там, я думаю, сейчас всех задавит. Такой. Ну, мы так тоже думали, что в прошлом году Китай и Япония. Но нет, оказался Азербайджан. Самый лучший. Да. Ну, видите, туалетных кабин тут, наверное. Что немаловажно. Да. Но эти кабины, они на 2 дня потом уберут все. Смотрите, там какой-то дворик, да? Вот где крыша такая. Ну, там вот, сейчас поверну камеру. Вот установили палатки, и края выслали соломой, наверное, соломой или сеном. Да. Вот там кафе какие-то, забегаловки. Вообще сегодня в дневной программе должны быть кубок по аквабайку, показательное выступление профессионалов, массовые звезды, головокружительные прыжки. Я так думаю, что это будет происходить здесь, на Москвалике. Кубок по беговелу для самых маленьких. Это будет программа с часу до 5. Кубок битва поэтов. Кубок по интеллекту будет. Ну, самая увлекательная команда. Кирилл там займет первое место. Да, 36 вопросов за 60 секунд будут. Ох, ничего себе. Огненный джаз, 8 ярких джаз-бендов с программой авторской музыки. Кубок по стритболу, кубок молодых групп. И? Это мастер-классы по мотивам названия московских улиц. Кузнечное ремесло, плотницкое. Сыромятное дело, книгопечатание. Ну, там будет происходить то, что показывали, где сено. Сено, солома. Так, ну что, ролики будут короткие, по 15 минут. Ну, следующий ролик, наверное, начну, когда начнут народные гуляния здесь. Правильно я делаю? Да. Ну, сегодня, кстати, будет павильон космоса, космические инсталляции, последние тенденции космической моды и дизайна, мобильный тренажер, стыковки с МКС.
«Зона роботов», где робот, уникальный древнерусский робот-гигант Юрий Долгорукий, говорящие роботы Бориса, музыкальное шоу от робот-трио, заводные шестеренки, настольные игры будут, более 30 популярных настольных игр. Мультимедийная выставка «Москва сквозь века», зона фитнеса будет, школа меча, панда-парк. Это да, что за панда-парк? Панда, это веревочные парки. Там полазить, там батуты, спортивная зона, фотозона, розыгрыш призов. Ну и вот фудкорды по всей территории. Ну все, следите за роликами. А с вами было. Да, 15 минут, да? Да, 15-минутный ролик. Все, до встречи. До следующей встречи.